надо деликатно освободить. Это будет интересно как и девушкам, так и парням. Для того, чтобы как бы конфликтную ситуацию свести на минимум. Что лучшая драка — это та, которая не происходит. Хорошо? Смотри внимательно. Опять же, любой захват, захват за руку, вас потянули. Дальше будет удар, выход на болевой, все что угодно. Опять же, прихват, может быть, другой рукой. То же самое у нас идет, разные виды развития ситуации. То есть я показал захват разноименный, одноименный. Две руки захватили нас, тянут одну, и захватами. Мы сейчас рассмотрим именно эти захваты, освобождение от этих захватов. Первое движение. То есть мы возьмем сегодня раздел, который входит во многие школы дзюдзюцу, раздел госиндзюцу, техники самозащиты. То есть опять же, схватили вас. Если я попытаюсь вырваться вот так, да, ну, смотрите, он сильно, он крепко держит. Очень сильно. Еще раз смотрим. Очень сильно. То есть у вас освобождение. Сейчас смотрим внимательно. Подошли. Если мы, что-то тяжелое берем, на вытянутых руках тяжело, правильно? Поэтому мы берем, прижимаем к животу, либо к груди. И спокойно можем идти, то есть ближе к центру тяжести. То же самое здесь. Сближаемся, но сейчас с этой стороны будет видно. Помним, во второй руке Анна несет просвещение дух. Кто прозевает, получает фонарик, и всем будет видно. Вы будете ходить с очками. Солнечная болезнь. Да, то есть фонарик. Смотрите внимательно. Вы ушли. Дальше идет легкая, не легкая, а теми по плавающим ребрам. Неважно, с какой стороны, печень, селезенка. И следующий момент, вы должны сейчас научиться делать заступ за партнера и несколько шагов вперед. То есть мы сейчас рассматриваем ситуацию, когда вам прекратили дорогу, вас схватили, вам надо освободиться и выскочить. Только разбились, пожалуйста, по парам, ребята будут подходить, подсказывать, помогать вам. Все, приступили. Опять же, как могут схватить? Разные имена, так и одноименные, то есть как здрасте. То есть у нас захват, две руки, хорошо, что две, а то мы с вами запутались. Опять же смотрим. Поднять вверх нельзя. Вы сближаетесь. Еще раз смотрим. Уйдем. Покажи кулак. Вот от ударной руки. Если мы пойдем сюда, это вас ждет поцелуй. Раз, два. Еще раз смотрим. Уход. Вращаем. Если у нас захват со стороны пульса, с внутренней стороны запястья, наружная, внутренняя, то движение идет изнутри наружу. Если захватили наоборот, снаружи вовнутрь. Еще раз смотрим. Померочку. Со стороны пульса. И изнутри. И вот так, смотрите. Заводите донышком. Нажимаете. А теперь вот так отталкиваете. Уйди, противный. Вот таким вот образом. Раз, два, три. И опять шаг за спину. Мы сейчас рассматриваем ситуацию, когда надо освободиться от захвата и вырваться, сделать расстояние 100 метровку. Кто за сколько бегает? Кирилл, за сколько бегаешь 100 метровку? 20. Она, не убежать, работаем. Чтобы освободиться от данного захвата, вам надо принять молебное выражение, несчастное. Смотри внимательно, я сейчас тебе покажу. Вот ты меня тянешь, я делаю вот так.
ушку поднесла, словно слушаешь телефон. Потом уже что дальше делать? Тяну выпад вперед. Нет. Теперь смотри. Раз, вперед. Стоп. Теперь, смотри, вертикально вверх. Ручки и кушку. Стоп. Теперь движение одно идет по глазам, второе в нос. То есть смотрим внимательно. Выпад вперед. Вперед. Нет. Ты делаешь шаг. Раз. И отсюда вверх. А я успел, ты дышишь впервые. Смотри внимательно, хорошо, молодец. Смотрите, тянут. Раз. Это по глазам. А это успокаивающее движение. Полицию умею делать расслабляющее, я только успокаивающее могу получить. Я не... Только там можете научиться расслабляющим движением. Я успокаиваю. Еще раз смотрим. Тянут, выпад. Вертикально вверх. Чтобы сейчас глаза остались целы, у девочек маникюр есть. Они будут раз, и глаза здесь оказаться. Вы челочку поправляете. А второе движение рядом, возле ушка. Вы наработаете движение. Мышцы, мышечная память включится. Вы не наработаете остановку. Движение целостное. Мощная, со всей амплитудой, но безопасная. Еще раз. Раз. Два. И побежали. Пробуем. Подсели. Немножко согнули локоть. И начинаете вставать. И здесь тоже движение у нас возникает. Да, концовочка та же самая. Мы концовочку возьмем. Раз. Раз. К себе забрали. Работаем, работаем. Никита. Кто вытирал доску тряпочкой? Поднимите ручку. Хорошо, все. Как это делается? Вот так. Привет! Смотрите внимательно, Никита идет. Что я делаю? Глажу, смотрите. Вот ваше движение. У вас ножку в сторону. И вот это движение. Раз. И следующий выпад. То есть мы сейчас сегодня работаем элементы освобождения захвата и разрыв дистанции в сторону, где он менее медлительный. Почему? Чтобы ему меня догнать, сделать шаг, ему надо развернуться и сделать. У меня уже начальная скорость пошла. Я быстрее рвал. У него разворот и рывок — это 1 секунда. Это 1 секунда. 10 секунд 100 метровку есть, бегают, поэтому вырваться, пока секунда, 4-5 метров вы уже разорвали дистанцию, он пока шагнет. 4-5 метров — это комната, либо до двери вы добежали. Поэтому мы сейчас рассматриваем ситуации, когда надо, вы видите, что ситуация накалилась, и дальше будет захват и более конфронтационное какое-то действие. Вы его избегаете, вы уходите. И тем более, если вы оценили, что это все-таки человек, который сильнее вас физически. Поэтому убежать не стыдно. Разорвать дистанцию не стыдно, особенно девочкам. Еще раз смотрим. На другую ручку, пожалуйста, чтобы я не делал другую. Прошу. Ручку. Уход. Видался. Смотрите внимательно. Уход снаружи. То есть ваше движение. Раз. Два. Встали напротив меня. Туда тоже становиться. Чудесным образом. Чудесный забор, назовем его так. Да, то есть да. Отходить назад некуда. То есть вы назад бежать. Все. У вас там находится дверь. Там ваше спасение. Там еще кто-то. И его товарищ. Сзади 2 человека. Его руки сюда. Сзади 2. Один сзади, один впереди. Вот он. Вы раз. Вы ушли. То есть назад не отходим, не надо идти вот так, смотрите. Понятно, да? Либо забор, либо его. Все, работаем.
Забор не так. Пластиковая, может быть, естественно, стеклянная, может быть, просто палка, либо кусок арматуры. Удар идет сверху вниз. Теперь, то, что часто всего показывают, и от удара ножом, и от удара сверху, выглядит блок, он выглядит вот так, джужуке. Это глупый блок, мы в Советском Союзе, в древности, у нас был очень скудный объем информации из-за рубежа. И технику мы перерисовывали на папиросную бумагу, книжки. И эти перерисовки еще раз, потому что была картинка раз, следующий блок и третья картинка он лежит. Естественно, все стали делать жесткий блок. Так до сих пор учат и в полиции, поэтому на полицию надеяться нечего. Нет, я на полном серьезе просто... У нас исполнительный директор организации, начальник оперативно-розыскного управления Чугуевского района. И на экзаменах полиции, которые наша полиция сдавала, я был. Поэтому я могу некоторые вещи сказать, что на них надеяться нельзя. Они хорошо пишут, хорошо бегают и некоторые. Нет. Есть да, ребята, которые на задержание, там несколько человек. Есть на задержании, которые особо опасны, приезжают, то есть я не скажу, что все. Нет, но основная масса это хорошо пишущие машинки. Теперь смотрим внимательно. Опять же, если я сделал жесткий блок, что следующий будет в удар? Бах! И опять же он меня добил. То есть, если останавливается рука, либо смотрите, опять я остановил, что идет? Может, не рука, а может, что идти? Нога! То есть, от того, что я буду ее держать, ситуация не изменится. Я опять же ту же самую ситуацию беру. Вот движение. Опять же, если жесткий блок, вот этот блок, который называется джуджи уке, джуджи по-японски крест, уке блок, он выглядел вот так. Это он заканчивался переворотом. Что вы сейчас учитесь делать? От удара сверху. Не вот это движение, а на вторую ручку. Это тупое движение. Он что делает шаг назад, если у него лезвие развернуто, режь руку. Если это бутылочка, либо арматура, хорошо. Подставил я под арматуру руку. Что будет с моей рукой? Помазь. Хорошо, отлично. Если я остановил его руку, а арматура пошла мне по голове. Поломалась. Опять, только теперь голова. Вот этот блок, он на самом деле, плечо, захват за плечо. Это на самом деле был блок, который не давал захватить. Это не был блок от удара с головы, по голове, либо удара сверху. С верхний блок АГУЧ выглядит вот так. Небольшая просто теория, чтобы вам было понятно, откуда... взялись в блоки. Бери мой и свой бакен. Бакен деревянный меч. Да? Да, да, я просто сейчас на блоке, чтобы вам было понятно, все японские системы исходили из работы с оружием, холодным оружием. Вся базовая система. То есть перенос. Смотрите внимательно. Мэнучи. Мэнучи! Теперь я убираю руку. Вот он блок. Опять же блок. Тот, который мы и делали. Блок, который изнутри. Дедан барай. Нижний блок. 5 базовых блоков. То есть система блок. Сейчас мы, у нас времени очень мало, да, поэтому да. Его. Мы сейчас бутылочку положи, не надо. Я просто небольшую теорию блоков, откуда они взялись и почему они так делаются. Угу. То есть блок это не жесткий удар по руке, это не остановка руки, это перенаправление. При этом вы сами тоже уходите с линии атаки, если надо. И контроль действий вашего противника. Это не остановка. Нету таких движений, вы такие мощные не будете.
Против вас еще более мощнее. Опять же, возьмут арматуру, возьмут лом сверху. Если вы ушли с линии атаки, лом, либо арматура зацепила воздух, а не ваше тело. Теперь смотрим внимательно. Вы не даете себя захватить. Вот это движение. Раз, и пошли. А теперь показываю. Смотрите, две ручки работают. Раз, два. Раз, два. Смотрите внимательно еще раз. Раз. И вот вы за ней бежите, за своей ручкой. Вы ее вперед выбрасываете. И за ней делаете выпад. Еще раз. Выпад. И дальше у вас как раз есть ваша 100-метровка. Ну, у кого 2 часа, делать тяжело. Хорошо, приступили, пробуем. Оп, и пошли. То есть ваше движение, эту ручку подбить, но при этом вы сами должны сделать. Оп, быстрее, быстрее. Хорошо. Молодец. Так, пробуем, теперь пора. Сколько тут людей. Освобождались, либо не дали захватить. А сейчас возьмем версию, когда мы используем захват. Короче, что Бог дал нам, то и берем. Смотрим внимательно. Схватили другая ручка. Айханы. Берем сейчас как здрасте. Правая, правая. Раз. Два. Резко не делаем. Два. Лежать плохо. Смотрим внимательно. Захват. Да. Вы уходите опять же. Уходите. А то мат немножко в другом месте будет. Раз. И от боли лучше присесть. Не терпите. Смотрим еще раз внимательно. Если я так сделаю, что он освободится. А мы с вами... договорились, что Бог дал, то и взяли. Ручку, мы ему держим, чтобы он захват не сорвал. То есть мы до этого не сами отрывались. Ну, у нас было движение вот такое, правильно? А, либо не давали захватить. А теперь нас захватили. Хорошо, подержи. Аккуратненько пробуем. Не брать? Так. Бери мне, беги. Разворачиваем и ложим рядом два каремата. Все в одном направлении. Быстрее, 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 быстрее. Так и мне бери, говорю. Давай мне бери. Беги, еще один бери. В одном направлении. Сейчас у нас элемент борьбы, Леша. Конечно, куда без этого. Один человек сейчас находится в положении лежа. Но у вас так как два карематика, иди сюда. Карематик, иди сюда. Опять же, случайно упали. Вы находитесь, а ты вот сюда остановись, вот сюда. Вы находитесь в положении лежа. Почему карематики? Смотрите внимательно. У вас ножка идет, одна снаружи, качнулись, к вам подходит. Вторая идет, колено. Еще раз. Раз. Два. Пробуем.